Всем привет! Играем и фарс без доната. Итак, второй день турнира. Быстрый огонь для четверок. Смотрим быстренько на оборону. Тут интересно, одну победил, одну проиграл в обороне. Победил я у достаточно сильного игрока. Смотрите, у него все четверочки, почти все четверочки артефакты. Какие-то даже эволюционированы, да. Прокачан до 70 уровней. И сил команды соответствующая. Хотя герои все стандартные достаточно. В общем, ему я про... вы и у него я выиграл. Тут как-то неудобно. А проиграл я вот такой вот достаточно слабой команде. Ну, тут тоже хорошие артефакты. Вот чего мне не достает. Нужно артефакты подтягивать. А, недавно только за них принялся. Так все было не до этого. Вот, и тоже достаточно стандартные герои все в защите стоят. Ну, в общем, такая пока средняя у меня позиция. По лидерам Хантер полдня уже здесь висит в лидерах, в топе один. Вот, команда у нее прикольная, конечно. Неожиданный центр Афродита. Ну, в принципе, имеет, да, она бафер такой классный, кроме того, что хиллер. Вот, защитку... И атаку всем бафы. Это интересно, интересно придумано. Средний, да, как все хиллеры. Ну и весточка у него стоит. Про Кваку я не говорю. Квака вообще сюда залетает. На... В числе первых. Ну и Видар тоже. Бронерез. Ну, в общем, хорошая команда, интересная. Но вот насчет Веста не уверен за него. Ну, стоит, стоит. Иногда тянет. Ладно, давайте по-быстренькому. Второй день достаточно тяжелый. Для борьбы, да, сразу сильный соперник. Желтыми идти на него. Или синими. Синих, да, хочется. Но зеленые... Ну, что он здесь делает? Кстати, Веста тут у него тоже стоит. А у меня нету диспеллера, да? Ой, клинера нету. И диспеллера нет. Что мне важнее? Вот этот вот Неджа. Это минус сразу. Ему команде. А вот бог Шива, да, будет. И Гульвейк меня будут разбирать. Если я что-то там не найду. Надо решить. Решить надо срочно. Ладно. Рискну так пойти. Все-таки синими не хочу. Без второго хила идти. Вот. Клинера, конечно, нет у меня. Но буду надеяться на свою... На свою... Весту. Давай, заряжаем мы этого. Ай-яй. Заряжаем бронерезика. Что тут еще? 4 камня должны быть все заряжены. Отлично. Ну, погнали. По нашей схемке. Раз, два, три. И все горят. Так, кто у меня? Желтые, да, здесь? Желтых надо немного прокинуть. Давайте. Ай, о, ну залетело, залетело. Угу. И Весту еще всех вообще. Ну, вы видели эту комбятину? Да. Отлично. Смотрим второго. Кого дадут? Ну, тут точно надо фиолетовый. Фиолетовый, хоть у него по бокам они и стоят. Фиолетовый, а кто у меня там? Луна, да? Ну, Луна будет снимать что-то. Что будет снимать? Ну, отравление Гульвейка, да? Луна, по-моему, снимает. Не знаю, ну, проверим. Еще один бронерез. Ну, против все равно. Против центра. Надо это брать. Так, так, так. Иридочка. И Луна. Принять. Почему не? А чё? Ну, да. Афродита будет долго разгоняться. Если уж мне сильно уж так. Вот этот вот сбоку красный, конечно, он тоже по всем будет бить.
Но он же сбоку. Давай, должно. Очень сильная добыча. Сильная, в смысле, за очки большие за него дают. А за меня? Ух ты, какая жирная. Тала жирная у него. Да, ничего не скажешь. Так, продолжаем заряжать своих. Так, диспелла у него тоже нет. Сейчас она будет мне. Что она будет? Будет срезать мне. Ну, давайте пока так. Ну, хилиться тут смысла-то нет большого. Не буду пока хилить. Угу. Да. А вот теперь, кто у меня красный? Ну, вот так вот, еще один камень. Отлично. Полдела сделано. Красных осталось найти. И гульвейк. Гульвейк. Давайте попробуем проклинить. Да, отлично. Смотрите. Гульвейк мы тут. Угу. Пока. Ну что, в гульвейк кидать, наверное, надо. Ага. В хионену и тыпо не хочу. Сколько еще? Два хода будет. Ага, еще четыре хода. Броня будет срезана. И... Так, нужно закидывать. Раз. И в того, да? Парня тоже. Ну, отлично, поехали. Раз. А, вот так вот мы и сделаем. Отлично, комбятина зашла. Все это, в смысле, моя связочка пошла в дело. И вот туда вот прям. Оп. Все, еще залетают камни. Угу. Промахнулся. У него, да, у него в навыке есть промах. Отлично. Ну что, тут победа. Просто вот так вот. Угу. Да, кучу очков навалило. Давайте еще кого-нибудь. Да, но тут, в принципе, центр такой же. И тоже пойдем красными. А хилер Афродита уже стоит рядом на плече. И это будет... Видите, хилы по плечам. Вот, они будут заряжаться и мешать мне пробивать центр. Да, тут, конечно, будет сложней. Ну ладно, главное красный взять. А красный вот там вот. Как раз где не нужно. Камней не дают. О, опасно все стоит, опасно так. Сейчас полетят камни. Ну, давайте сначала здесь тогда пробивать. Сорвалось. Да, ну так. Да, не люблю, когда камни не заходят. А кто любит? Так. Ну что, ну, ничего умнее, чем пробивать по центру, я не вижу. Пока что. Да. Пытаемся зарядить хилов. Хоть каких-нибудь. Да, ну все, сейчас Афродита еще бафнет. И вообще не вынесу ничего. Да, вот баф Афродиты. А красные что? Атаку скидывают мне. Вообще ничего не могу без камня. Ну, вон заряжаюсь, но поздно. Вот, красота. Красивая. Битва получилась не в мою пользу, но просто на раз-два вынесли. Угу. Спасибо. Да, вот так вот работают хорошие защиты, особенно без камня. Ладно, второй день я здесь остановлюсь, первое поражение. Продолжу завтра. Всем удачи в турнирах.
Всем спасибо, кто поддерживает. Пока.